В эти дни Алматы принимает поздравления по случаю Дня города. Пожелания жителям мегаполиса шлют со всех регионов страны, а также из дальнего и ближнего зарубежья. В стороне не остались и известные казахстанцы, чья жизнь тесно связана с Алматы. В своем обращении общественный деятель Мурат Ауэзов пожелал алматинцам стойко преодолевать вызовы современности. Этому городу, который достоин быть на этой земле, своими садами, ручьями, вод и так далее, великолепными творцами, которые здесь были и есть. Мы можем назвать великую судьбу распорядительницу справедливой, если она этому городу, жителям этого города обеспечит, как говорится, защитит их вообще в этих ужасающих испытаниях, которые так выпадают на его долю. Алматы был и остается культурным центром Казахстана, в котором начинали свою успешную деятельность множество талантливых людей. Яблони – первое, с чем наш любимый город всегда ассоциируется. Ведь именно алматинский апорт является национальной гордостью республики. Я живу в Алматы с 17 лет, и с тех пор он в моем сердце. Меня не раз приглашали в другие города, предлагали там высокие должности, но я решил остаться здесь. Алматы мой родной и любимый город. Пусть он всегда цветет, пусть здесь будет много побед. Это моя юность, моя молодость. Самые лучшие годы это связаны с Алматой. Алматы – колыбель нашей независимости. Поэтому я поздравляю Алматы. Значение, роль Алматы при бурном росте еще других миллионных городов в Казахстане, Алматы будет всегда особняком стоять. Свои искренние пожелания на казахском языке алматинцам накануне Дня города адресовал генеральный консул США в Алматы. Дорогие алматинцы, с праздником вас! За это время Алматы стал и моим домом. Я очень люблю это место. Достижение города – это, несомненно, заслуга его жителей. Пусть праздник пройдет замечательно.